занял домик его, выгоняет. Слушай, и то и досталось. Мне это тоже подъедает. Тарелку переворачивает. Большой такой. А хвост, смотри, какой толстый у него. Вот. Для лазания парада. Кто точно девочка? Такая же в резинке. Ты думаешь, вот та, которая шипела, девочка, да? Конечно. Все. Выгнала, значит, с домика. Еду бетурон какой. Я сиду, то плачу. Сейчас будут. А ты держи камеру, Ром, чтобы он. Да это у них, наверное, общая еда, не только бетурон. Я хочу варить. Их рыбой кормят, внизу не поверят. Никто же не думал, что они будут по земле лазить. Игрушки у них вон. Да, я еще вчера выхожу, думаю, что это у них игрушки-то, они сюда и меня отдали. А тут у них есть игрушки. То есть там на улице-то игрушки остались. И здесь надо поесть. Ну, чужая же еда вкуснее, чем своя. Угу. Заметили, другой там водичка, там это. А я не знаю, что там такое. Водички там еда. Ну, они тоже рыбки такие, да. Потому что они же рыбки. А ты что, легла спать? Устала. Устала, девочка, устала. Наплавалась. Да, ты красавица. Ты моя любимка. Любимка. Правда, вот так. Не дает. Что ж он там кушает? Сказала бы, что он кушает там. Бетуронги здесь поели. Теперь он скорее доедает, чтоб никому ничего не осталось. Что ж ты там ешь? Скажи, не